познакомились, было очень, так сказать, интересно. У нас есть, получается, был общий знакомый. Он решил нас всех объединить там в одну большую компанию и пойти гулять. Так вот мы, считай, познакомились. Две компании просто встретились и решили пойти гулять. Он как бы подошел ко мне, обнял меня. Вот, и на следующий же день он мне написал в сообщении. Вот. Я ей написал это ВКонтакте. Я объяснил ситуацию, говорю, мне ты мне понравилась, там решил позвать меня погулять. Пошли погуляли по городу, и там вот самое романтическое место во дворе предложил туда встречаться. Больше всего ее улыбка задела. Улыбка и взгляд. Вот это больше всего, что мне передернуло. Спустя, наверное, 3-4 месяца мы решили подать заявление в ЗАГС. Как говорится, нахлынули чувства друг на друга, что вот влюбились с первого взгляда и не можем до сих пор без друга жить. Готовились, конечно, к свадьбе. Мы очень-очень-очень сложно. Это было очень напряженное время. Порой даже поздно там спать ложились, я там 12 часов ночи ложились спать, и в 4 мне вставать на работу. Слоненок там назову как-нибудь. Такое решительно ласкательное. Ну, ласково мы друг друга называем котик зая, то есть это все обычные. Ассоциирую я его больше, наверное, с котенком, но с котом, так как он нежный, ласковый. Отзывчивый, добрый. У него жизнерадостный человек, что больше всего мне нравится. В принципе, как бы это банально ни звучало, но это идеально. Меня все не устраивает, поэтому я доволен. Мне все нравится. Честно, не умею, поэтому по кухне у нас ответственная Аня. Она очень вкусно готовит, у меня, в принципе, все устраивает. У него любимое блюдо из салата, это, понятное дело, оливье, как и у всех. Традиционно, как все любят. Оливьешку он очень сильно любит. Вот, но надеюсь, что все же он как мужчина будет принимать решения, то есть самые такие важные. Самое главное, надеюсь, что хозяином в доме будет он. Я думаю, в нашей семье все вопросы будут решаться вместе. Сядем, семейный совет, так сказать, будет. Вместе сядем и по степени важности уже будем решать вопросы. Но последнее слово я даже не знаю. За мной, скорее всего. Где очень жарко, море, и там, не знаю, то есть там больше как-то ассоциируется с романтикой. Я хотел лично, с ней мы обсуждали, мы очень хотим тебе поехать в Одессу. Вот в Одессе мне очень нравится, там провели бы очень красивый город. И
я хочу пожелать своему будущему мужу больше как процветания в работе, чтобы он держал семью в крепких руках. И... Все, что самое есть, все самое наилучшее, чтобы все было у нее, чтобы она добивалась своих планов. Я помогу, естественно, с тем, чем она попросит. Так, все, что есть, все, что надо, придет. Все самое-самое лучшее. Все будет. Спасибо, то, что вы пришли к нам на свадьбу, вместе провели с нами запоминающийся для нас день. Большое вам спасибо и самое главное, приятного, как не знаю, приятного времяпровождения, чтобы вам запомнился этот день точно так же, как и нам. Спасибо большое.